Всем привет! Сегодня с обзором очередной книги Марты Стюарт «Капкейки». По просьбам девочек, которые смотрят мои видео, вот решила показать в этот раз эту книгу. Книга замечательная, оформлена точно так же, как и предыдущие книги из этой серии. Мягкий переплет, довольно толстая. Ну, в принципе, они все одинаковые. Книга с огромнейшим количеством идей по приготовлению капкейков и кексиков самых разнообразных. Я, например, не часто делаю капкейки с кремом, там, с наполнителями разными, но как идеи для кексового теста здесь очень много вы найдете для себя интересного. В частности, в первом разделе здесь кексы, которые такие, ну, мне кажется, самые известные, наверное, красный бархат, морковный, кабачковый, там, двойной шоколад. В общем-то, самые такие вот распространенные. Далее есть глава с кексами, которые глазированные. То есть, они вот с такой замечательной глазурью. Вот это очень неудобно. Вот так они выглядят, эти кексы. Тоже самое разное есть и с шоколадной, и с белой. Так. Следующая глава — это у нас кексы простые, то есть, ну, они в основном особо никак не украшены, вот такие с ягодами, например, там, то есть, такие простые. Дальше у нас кексы с начинками, капкейки с начинками. То есть они в основном или как тортики сделаны, разрезаны, или просто начинены разными начинками через отверстия. Там разные варианты есть. Ну, тут вообще так. Еще один раздел — это кексы, как вы видите, украшенные через кондитерский мешок. Здесь, по сути, условно такое разделение. Эти кексы можно или по типу вот украшения, и типу подачи разделяются. В основном по типу украшения. Кексы, которые можно подавать на разные тематические вечеринки по случаю, там, например, дня рождения. Ну, здесь тоже самое разное. На морскую тематику, там, на летние какие-то. То есть, ну, в зависимости от того, детские, например, там, для мальчиков, для девочек. То есть, совсем для малышей. Самое разное. Праздничные. Праздничные кексы здесь и рождественские, и новогодние, и хэллоуинские, и валентиновские, и пасхальные. В общем, самое разное. Здесь тоже по подаче их очень много. Очень красивые. В плане декора. Я знаю, что многие девочки занимаются кондитеркой и продают свою выпечку. Здесь просто немереное количество самых разных идей. Кроме того, здесь есть кексы для празднований, там, юбилеев каких-то и так далее. Тоже самые разные методы украшения. Здесь не только есть с фростингом, но и шоколад, работа с шоколадом, с карамелью, например. Там есть всякие такие, ну вот, очень красиво. И в конце книги здесь, ну, традиционно, как и во всех книгах этой серии, информация о ингредиентах, информация о методах и способах украшения, о всяких посыпочках там и так далее, о работе с кондитерским мешком, кремом, показаны всевозможные насадки для кондитерского мешка, пока даны очень много рецептов для приготовления глазури. И показано, как можно красиво оформить и выставить, ну, там, эти кексы на стойки, на разные. То есть, всякие варианты подачи. Всякие коробочки, ну, такое, что можно, в принципе, и на подарок оформить. И в конце книги есть несколько разворотов. В принципе, можно переснять или, ну, потом распечатать и сделать либо коробочки вот такие для кексов, либо вот такие вот на шпажки приклеить. В общем-то, всякий такой декор. Ну, как обычно, индекс в конце книги для удобства пользования. Вот такая вот замечательная книга. В следующий раз обязательно покажу вам еще одну книгу из этой серии. Она четвертая, последняя. Вот. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание.